приветствую всех фанатов вселенной Вархаммера, а также больших ценителей коллекционных карточных игр. Вот так вот мы и добрались до Астеляна. Вот этого замечательного парня. Буду играть таким билдом. Не знаю, насколько он оптимален. Собрал, в общем-то, на основании своих каких-то мыслей, нескольких тестовых партий. Признаю, отыграл им несколько тестовых партий. И вот это последний вариант. Сыграл я им раза два. Все победы были, но это так, против достаточно слабых соперников. Давайте протестируем эту сборку в реальных боевых условиях. Поехали. Так, против Жили играем. Очень неприятный оппонент для стелянов. В принципе, по тем играм, что я провел, все-таки я считаю Захарку посильнее и поинтересней. Но это, опять же, на мой взгляд. Атиас хорошая вещь. Стартес, он бы обиделся. Давайте пока сыграем таким билдом. Будем тестить. Я думаю, что будет немало поражений. Может быть, мы сольем все игры из данного пака. Но смотрим. Начнем, пожалуй, с лорда Молчала, ибо очень хороший старт. Поможет нам разогнаться. Например, на следующий поставить уже отделение Аллаха с... и, допустим, поскрифайсить клебанских егерей. Так, поставим так. Пока не будем бить Жили, у нас не так много жизни. 33 уже осталось. Неприятный гад. Но мы пока еще живем. Сейчас попробуем его ремувнуть через убийство егерей. Нет, не попали. Обидно. Жили вообще для нас не самый приятный оппонент. Быстро он разбирается с нашими существами. Так, ставим зелота. Сделаем. Добьем так. Но есть хотя бы костель. Это очень и очень хорошо. Ну, понятно было, что он ремонт отделение. Я, пожалуй, поставлю пока даже так. Немножко попродавим его. Так, очень хорошо. Ставим к стеле. Добиваем. Секутарий. Также весьма неплохо. У нас есть клеймо огня, но восьмая энергия уже опасна против Жили играть. Но, к сожалению, претор у нас сейчас быстро отлетит. Так, ставим Матиаса. Четверочка вход. Так, ну, допустим, сделаем так. Посмотрим, если он сейчас не ремувнет стол. Закинем в тылу огня. В принципе, если ремувнет, ну, тут дальше уже бороться бесполезно. Ага. Все-таки так решил, да?
Так, давайте подумаем. Можем разыграть клеймо огня, добить пехоту, врезать на семерку, убить его, атаковать, либо поставить Енифеля. Это все-таки пятерка. Можем добить, соответственно, Стелока. Оставить еще на столе тушку. 5-5. Давайте, да, так и сделаем. Хочу такой вариант потестить. Либо... Так. В принципе, есть еще один товарищ. Не дадим ему пока проспамливать нас. Уже в тылу врага можно заюзать. Или еще раз я не фелю. Если он только, конечно, не ремовнет. Плохо. Очень плохо. Главное, чтобы ему сейчас никакой масс ремув не выпал. Странный билд. Ну ладно, в общем-то. Здесь ему хана. Странный просто билд у Желемана, если честно. Ладно, поехали дальше. Первая партия за нами, как ни странно. О, ну здесь это, скорее всего, бестолку. Ангрон нас разорвет. Я не знаю, оставим только обаяние под... Чтобы дреда какого-нибудь тянуть или бронда в него. Ну, такой себе, конечно, состав. Не очень, мягко говоря. Впрочем, есть секутарий. Прям с атама начинает. Понятненько. Так. Давайте-ка такой вариант. Интересно, Мельгатором, в принципе, можем крутануть Исиарха. Хотя сейчас это особо-то ничего и не даст. Мы, в принципе, можем два урона внести. Ну, давайте так сделаем, ладно. Так. Отлично, поехали. Сейчас у нас залетает масса ремуфа, на этом все заканчивается. Посмотрим, посмотрим, что он там вылутает.
О, боже. Так, ладно, главное, что у нас... Оставим. Удачно, конечно, вытянул. Так, надо посчитать. Подождите, может быть, мы, кстати, и прибьем его через Зариона. 5 единиц. Да, добиваем сейчас. Здесь надо вот так сделать. Раз. Чтоб хватило на тычок. 12. Секунда. На, ну да. Это пятерка. Вот так. Так. И даже вот так добьем. Отлично, справились с Ангроном. Это очень хорошо. Поехали дальше. О, ну, это топовый тир сейчас. Я думаю, что вряд ли мы что-то здесь сделаем, но давайте попробуем. Если это грамотный Тадеус, то без шансов вообще. Все-таки решил так сделать, да? Это понятно было, что ты потянешь. А, потянешь, господи, потянешь Джубака. Так, нам бы подровать еще. Ой, ну это прям вообще смерть, если у меня сейчас такая билка там будет. Конечно, неприятно. Так. Пускай для него сюрпризом будет в тылу врага. Ах ты, негодяй. Какой ты негодяй. Так. Даже, наверное, вот так сейчас сделаем. Четверка. Удар сюда. Пятерка сюда. И вот так. 13 единиц здоровья у него. Даже так. Ну как-то странно. Так, он ведет, значит, сейчас в игру
Но это все равно будет тройка, но я только еще жизнь потрачу. И вот так. Странный. Странный Тадеус. Так, а сколько у него рывок на единичку? Ох, мне бы сейчас ту вытащить карту, которая дает рывок существам. Ну, в принципе, она мне не нужна, потому что он не поставил блокера. И я добью его в тылу врага. Красиво сейчас получится. Но это не имеет значения. Она... Это масса ремов. Красивая, красивая партия. Ну вот, несколько игр за Астеляна даже победили во всех. Странно. Думаю, что как раз в следующих мы проиграем. О, ящик. Ящики, это всегда прикольно. О, тикет выпал. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вам понравились данные видео. До новых встреч. Пока-пока.